Шокирующее происшествие в Минске. Стала известна новая информация о гибели ребенка в Серебрянке. Мальчику было всего 5 месяцев. По неподтвержденным данным, проснувшись утром, мама малыша не увидела сына в кроватке. Позже его тело нашли под окнами дома. Напомню, тревожный звонок на линию 102 поступил сегодня около половины 12 дня. Сообщалось, что на шее младенца была затянута удавка. На месте ЧП работали милиция, следователи и эксперты. Управлением Следственного комитета по городу Минску по факту обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти возле дома на проспекте Рокоссовского в городе Минске возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса, это убийство. Следственно-оперативная группа, сотрудники милиции вместе с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз, а также следователями продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии. По словам очевидцев, правоохранители задержали двоих мужчин и одну женщину, однако заключение под стражу подозреваемых по этому делу в Следственном комитете не сообщают.